Seigneur, reconnaissance. Son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, chantons. D'une main puissante et d'un bras tendu, son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour durera jamais. Chantons. Конференция баптистов Европы очень важный событие. Я думаю, что история для вообще для человечества очень важна. И для нас баптистов история очень важна. И сейчас мы празднуем 400 лет баптизма. Нам очень приятно здесь быть. В Крыму у нас группа где-то 60 человек. Здесь мы чувствуем, что люди любят быть в Израиле. Они любят быть, потому что там ходил Иисус Христос, там начиналась история христианства. Где-то здесь какие-то такие чувства, что мы здесь находимся там, где зарождался баптизм, потому что мы уже многие годы слышим, наши отцы были баптистами, вероучение нам нравится. И мы здесь вот в этом моменте, в этом историческом моменте, это говорит о истории, это дает какой-то взгляд на прошлое, оно дает какое-то настроение на будущее, когда мы смотрим, как здесь баптисты были, как были трудности, как они трудились, невзирая на что, это дает как бы новое дыхание. Это очень хорошее событие и очень правильно. Research Center once said this: time flows to us from two directions, from the past as our deeds accomplished and events materialized, and from the future as our aims and intentions, objectives targeted, hopes or despairs experienced by our minds.